Да, Макс, топ-катка. Вот видишь, как нужно до конца верить в команду? Чисто в конце хуярь, Макс, плюй, красава, давай, блядь. Чисто плевались, там, не знаю, 15 хп снес, похуй, давай, блядь. Ну, они странно заступили вообще, потому что я там Жакейз, когда вначале из лифта вышли, я Жакейз схватил. Ну, и просто уже заливать было нечего, одна кана была, которую, типа, гром стерёг. Не, Макс вообще очень круто все канистры захуярил, это прям пиздец помогло. Они, видишь, они, походу, просто тупо их собирали, блядь, и потом вот только собирали заливать, и чисто Макс всех обломал. Бля, ну то, что я заспаунился громом просто в сантиметрах, это, блядь, пиздец. Ну похуй. Вот одна кана осталась, которую... Да. Охереть. Фу, блядь. Просто топ-кек, нахуй. Ебать, два очка. Я уж не выгнал, просто капсу махахаса, а самбо. Ой, блядь. Все, нахуй, теперь внукам рассказывать. Как их дед воевал, блядь. Пиздец, два очка, нахуй. Причем с учетом, что у нас просто по-ублюдски слился ебаный танк, блядь. Ну да, не, а он потом два раза. Он два раза из-под Макса выбивал еще. Я вот когда ты там в конце уже это, у него 600 очков там что ли было больше всех, по-моему, ну да, но он нажрал хантом, потому что он же хантом одного сожрал. А, ну хотя да, он же еще и танком до этого, да. Как-никак. Есть. Ну да, да, поэтому... Бля... Пизда, блядь. Кому расскажешь, не поверят, нахуй.